Здравствуйте, вы смотрите программу «События», в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. Практически готов. Движение по Фрунзенскому мосту запустят уже этой осенью. Ремонт проезда к Кировскому мосту в самом разгаре. Когда автолюбители смогут выезжать из Самары без пробок? На поиски речных браконьеров. Сколько нарушителей удалось поймать? Более 30 миллиардов рублей на модернизацию очистных сооружений. В правительстве Самарской области обсудили вопрос оздоровления Волги. Добрая традиция под музыку ветра и песни Высоцкого. В Самаре прошла ежегодная регата памяти знаменитого поэта. В Самаре завершился последний этап бетонирования Фрунзенского моста. По плану мост должен быть сделан этой осенью. За строительством нужного самарцам строения наблюдала Валерия Куценко. Сейчас делают последнюю захватку на Фрунзенском мосту. Этим термином строители называют небольшие участки, которые нужно залить бетоном. Всего на мосту их 13, с двумя дополнительными по краям. После последней захватки рабочие приступят к защите конструкции от проникновения воды и начнут класть асфальт в два слоя. Бетонирование моста завершено. По словам подрядчиков, движение по Фрунзенскому мосту хотят запустить уже в сентябре-октябре. Но задействует только основной ход от шоссейной по Фрунзе. Мы с вами станем свидетелями исторического момента. Это бетонирование последней захватки проезжей части пролетного строения Фрунзенского моста через реку Самара. На эту часть мы заказали порядка 245 кубов бетона. До 40 тысяч автомобилей в сутки выдержит. Это простоит не один десяток лет, я думаю, будет служить Самаре. Помимо строительства моста, рабочие делают дорожные развязки. Их планируют сдать в октябре этого года. Всего ведутся работы на 8 съездах. Из-за раскопок на Хлебной площади пока мост будет работать без одного съезда – от Засекина в сторону Молдогвардейской. По словам подрядчиков, процесс трудоемкий. Если археологи найдут что-то ценное, то движение запустят без этого участка дороги. Это осложнит трафик, но несущественно. Параллельно строят развязки в Куйбышевском районе. Ради этого пришлось перекрыть улицу Шоссейную. 1 сентября планируют запустить троллейбусную линию, популярный маршрут номер 6. Больше всех волнует это развязка, левобережный транспортный узел, то есть Куйбышевский район. То, что сейчас больше всех волнует. Значит, по нему ведутся сейчас активно работы, чтобы запустить 1 августа автотранспорт по съезду номер 1 по временной схеме, что облегчит движение на сегодняшний день. Большое спасибо за понимание всех жителей Куйбышевского района. Фрунзенский мост представляет собой шестиполосное сталежелезобетонное строение через реку Самару длиной 667 метров, шириной проезжей части 22 метра. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит более 2,5 километров. Мост нужен, чтобы разгрузить дорожный трафик, ведь Самара становится больше, появляются новые районы. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевские районы, а жителям Волгаря и Южного города будет легче добираться до центра города. Также мост поможет разгрузить транспортные потоки в сторону федеральных автодорог А-300 и М-5. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, «События». В Самаре на сутки перекроют улицы Куйбышева и Некрасовскую. Это произойдет в субботу, 27 июля. В этом месте будет проходить гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов». Проехать будет нельзя по Куйбышево от Венцика до Льва Толстого и по Некрасовской от Фрунзе до Степана Разина. Кроме того, уже с 18 часов 26 июля и до 24 часов 27 июля там будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Городской пассажирский транспорт пустят в объезд. Борьба с пробками. В Самаре продолжают ремонтировать дорогу у Кировского моста. Когда водители смогут оценить преимущества нового проезда, расскажет Анатолий Головко. Сейчас готовность этой дороги составляет около 40%, но уже к 2020 году узкое горлышко у Кировского моста расширят на 4 полосы движения. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самаре ремонтируют проезд к Кировскому мосту. Протяженность обновленного участка составит более 1 километра. Дорогу расширят до 4 полос движения. Кроме того, здесь обустроят просторные тротуары, уличное освещение, регулируемые пешеходные переходы и отремонтируют инженерные коммуникации. В данный момент укладывается асфальтобетонное покрытие уже на уширенной части основного входа. Плюс параллельно ведется подготовка к устройству наружного освещения.
Расширение автомобильной дороги позволит ликвидировать узкое горлышко и повысить пропускную способность Кировского моста. Водители с нетерпением ждут окончания работ. По их мнению, благодаря новому проезду автолюбители смогут выезжать из города без пробок. Пробки, когда выходные, то есть в пятницу не выйдешь из города, в воскресенье не въедешь. То есть существенные пробки будут. Я надеюсь, что это сильно поможет. Раньше здесь ездил и сейчас езжу каждый день на дачу. Раньше было хуже дорогу, сейчас намного лучше сделают. Пробок не будет таких, как по пятницам, по субботам. Напомним, что средства на ремонт дороги у Кировского моста выделили по нацпроекту. Сумма контракта составляет около 320 миллионов рублей. По словам подрядчика, работы по ремонту проезжей части должны завершить до 1 октября 2020 года. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре устанавливают новые светофоры Т7. Их применяют для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов. Подготовка дорог вблизи образовательных учреждений Самары проводится ежегодно. Какие пешеходные переходы уже обезопасили, знает мэр Илча. Когда переход станет более безопасным? На этот вопрос, который тревожил жителей по улице Лесная, поселка Березы, теперь есть ответ. Здесь, наконец, установили светофор. Это место уже не первый год является очагом аварийности. Как говорят местные жители, для водителей на этом участке дороги правила не писаны. Машины набирают приличную скорость и не всегда останавливаются. Светофор был необходим. Вы знаете, у нас очень много расположения территории такое, что дети входят с первого, третьего, четвертого квартала. И здесь у нас проезжая часть очень интенсивная. Ну, машин очень много. Это объект школьное учреждение. Здесь у нас есть пешеходный переход, который будет оборудован светофорным объектом, который работает на солнечной электростанции, то есть работает автономно и не требует подключения к сети 220. Это очень удобно тем, что не приходится тянуть питание в местах, где его нет. Если нет солнечных дней, запаса мощности автономного комплекса хватает на неделю. Кроме того, такому светофору достаточно и просто светлого времени суток, чтобы подпитаться энергией. Более безопасным с точки зрения дорожного движения стал и поселок Мехзавод. Здесь у 156-й школы также установили дорожные знаки и светофор Т7. Его применяют для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов. На этой неделе специальные светофоры Т7 устанавливались в Красноглинском районе. Всего возле школы здесь планируется оборудование 8 пешеходных переходов. 4 объекта уже запущены, остальные в работе. В первую очередь эти светофоры помогут обеспечить безопасность пешеходов. Они работают на светодиодных лампах. Их видно в любое время суток и при любой погоде. Для того, чтобы привести в порядок пешеходные переходы, бюджетом Самары на этот год выделено 80 миллионов рублей. Все это благодаря муниципальной программе повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара, рассчитанной до 2020 года. Эта программа направлена и на решение проблем в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Места, где необходимо светофорное регулирование, определялись по анализу аварийности за прошлый год. Таких очагов выявлено порядка полусотни. Во всех местах работы, обеспечивающие безопасность движения, будут выполнены. В частности, возле детских учебных заведений появится свыше 20 светофоров. В рамках заключенного контракта светофорный объект не просто светофоры, висящие на столбе, это комплекс мероприятий. То есть он включает в себя как сами светофорные объекты, так и установка дорожных знаков, установка дорожных ограждений в соответствии с ГОСТа. Это получается по 50 метров в каждую сторону от светофора и нанесение линий дорожной разметки. По Самаре будет установлено 35 новых светофорных комплексов. Работы выполнены на трети объектов. К началу сентября установка светофоров и других средств организации движения возле школ будет завершена. С остальным объемом, предусмотренным контрактом, справится до окончания строительного сезона. Мэр Елчан, Николай Сидоров. События. С этого года увеличили штрафы на ловлю рыбы с использованием сетей. Отдать придется не только деньги и рыбу, но и лодку. За порядком и сохранностью рыбы в Волге и Самарке следят инспекторы рыбной охраны. В рейд защитники уходят под вечер и работают до утра. Этой ночью не спалось и Марии Левиной. Рев мотора, расслабляющий ветерок и освежающие брызги воды. Все это под закатное солнце. В свой рейд рыбоохрана выходит именно под вечер. Но не все так романтично, как может показаться на первый взгляд. Здесь иная причина. С первыми сумерками шанс поймать речных браконьеров удваивается. Сети они ставят, как правило, когда только начинает темнеть. Свою проверку мы начали с реки Самарка и буквально в первые минуты спасли рыб. Съемка запрещена. Thank you.
Это была косынка, маленькая сеть размером с 5-килограммовый пакет. Там уже была рыба, окунь и судак. Первый чувствовал себя бодро и отправился обратно в воду. А вот судаку повезло меньше, рыбу спасти не удалось. Мертвую рыбу ручные правоохранители уничтожают. Уничтожается, как правило, всеми возможными способами. Либо она у нас рубится на куски, либо путем сжигания. Очень, то есть по-разному. Косынка под мостом – это не удивляет, говорит инспектор. С каждым разом нарушители придумывают способы все изощреннее. В этом году браконьеров меньше, однако связано это не с появлением совести, а новых штрафов. Согласно изменениям в законе, преступникам придется раскошелиться от 2 до 5 тысяч рублей, плюс отдать сеть и лодку, на которой были пойманы, а также заплатить за всех пойманных рыб. Продолжили искать нарушителей мы уже в протоках Самарки. Направились в сторону озера Гатное. Там оказалось спокойно. Как рыбалка? Здорово. Чтобы найти браконьера, важно не упустить ни одну деталь, рассказывает инспектор. Отличительные знаки – это свободные от травы подходы к воде, связанный камыш, как метка, чтобы не потерять свой улов. Невозможно предположить, где что окажется. Только опытным путем искать, искать и искать. Они стараются запрещенное орудие лову поставить и где-то находиться подальше от них. Могут и баклажки привязать, могут и поплавки на виду. Но, как правило, стараются пригрузить их, чтобы не видно было. Но в Самарке есть и разрешенные сети – рыбсовхозов. Но рыбу, которую они вылавливают, должны сдать в областной департамент охоты и рыболовства, за что рыбаки получают зарплату. Рыбачим здесь рыбсовхоз у нас. Пожалуйста, можете смотреть. Там все по разрешению, можем показать документы, если есть желание. То есть журнал лежит на стане, все как полагается. Все как положено. Дальше на пути нам встречались рыбаки без лицензии, но лишь пернатые. Протоку буквально захватили цапли. Смеркалось. Чтобы обнаружить сети, рыбная охрана решает применить еще один метод – выпускает кошку. Ни одно животное во время нашего рейда не пострадало. Речь об инструменте защитников. Это что-то напоминающее маленький якорь, который забрасывают за борт и тралят. Держат за веревку и ведут рядом с лодкой. За него цепляются сети, если они есть. Больше всего сетей ставят весной и осенью, говорят специалисты, потому что вода в реке еще холодная, и улов может сохраниться на пару дней. А сейчас его нужно забирать день в день, иначе рыба протухнет. Поэтому и сетей летом меньше. В рейд рыбоохрана выходит вот на такой лодке. Она сможет набирать скорость свыше 50 км в час. В ней должны находиться 4 человека, но, как правило, их трое. Один инспектор и два общественника, которые выступают в роли понятых в случае чего. Такие проверки могут длиться от нескольких часов до суток. Большую часть времени занимает засада, чтобы не спугнуть браконьеров, например, ревом мотора. За один выезд можно поймать 10 человек, а можно никого. И здесь многое зависит от везения. Мария Левина, Василий Колдашов, «События». Трагедия едва не закончилась купанием ребенка и матери. Инцидент произошел в Самаре в четверг вечером. На пульт дежурного МЧС позвонили очевидцы, которые рассказали, что вытащили из воды в районе острова Голодный тонущего ребенка. 13-летний мальчик госпитализирован в больницу Середавина. Известно, что пострадавший отдыхал с мамой на правом берегу Волги в необорудованном для купания месте. Сотрудники МЧС напоминают родителям, что когда ребенок находится в воде, с него нельзя спускать глаз. Взрослый, пришедший на пляж с детьми, должен уметь плавать и оказывать первую медицинскую помощь. Благодаря национальному проекту «Экология» в Самарской области планируют улучшить качество воды в Волге. Для этого необходимо модернизировать очистные сооружения централизованных систем водоотведения. Региональные власти уже разработали соответствующую программу. Каким образом будут решать проблему, расскажет Анатолий Головко. В правительстве Самарской области обсудили вопрос реализации госпрограммы по оздоровлению Волги. По словам региональных властей, на это потребуется около 32 миллиардов рублей. Часть средств выделят из федерального бюджета. Специалистам предстоит обновить очистные канализационные сооружения на 4 промышленных предприятиях, которые входят в топ-10 основных загрязнителей бассейна реки. Это должно повлиять на целевые показатели национального проекта.
Целью государственной программы является улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года в 3 раза доли загрязненных точных вод, отводимых в реку Волга. Жители и гости Самары смотрят на эту проблему по-разному. Одни считают, что власти держат ситуацию под контролем, другие предлагают решить наболевший вопрос в кратчайшие сроки. В этом году, между прочим, хорошая, ну, чистая вода. Ну, может, пока не цветет еще. Так? Мне нравится. Хорошая, в этом году не цветет почти. С мусором, наверное, что-нибудь надо делать. Как-то культура людей нужно увеличивать. Ну, все связано, конечно, с материальным, наверное, финансированием. А так-то экологи, у них есть свои, конечно, методики оздоровления. Это нужно делать обязательно. Сейчас, если можно опоздать на несколько лет, потом мы уже ничего не восстановим. Вот у меня маленький ребенок, 3 года, вот я его сюда не вожу. Не особо хочется купаться. Нам кажется, что как бы вода не особо чистая. То есть наверняка идут какие-то несанкционированные сбросы от разных предприятий, организаций. Напомним, что решению экологических проблем в регионе уделяют самое пристальное внимание. Недавно на острове Поджабном очистили береговую линию. В эко-пикнике участвовали сотрудники администрации, добровольцы, а также представители молодежного парламента. Неравнодушные горожане собрали около 200 мешков с бытовыми отходами. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов. События. Бумага, стекло, пластик и металл. Масштабный эксперимент по раздельному сбору отходов прошел на площадке молодежного форума «Иволга-2019». Сколько удалось собрать мусора за 3 дня с момента открытия, знает мэр Илча. К привычным контейнерным площадкам на фестивальной поляне Иволги добавилось еще 5 точек для раздельного сбора отходов. Эксперимент проводится региональным оператором. Волонтеры – выпускники разных вузов Самарской области. Всех их объединяет активная жизненная позиция и неравнодушие к проблемам окружающей среды. На Иволге для них организованы спальные места и рабочая зона. В целом всем очень нравится, вот когда ты видишь, что человек сам уже научился и понимает, что куда нужно, это на самом деле очень сильно радует. Сбор мусора на Иволге ведется раздельный – бумага, стекло, пластик и металл. Для крышек от пластиковых бутылок региональный оператор установил отдельный накопитель. Все мероприятия на территории Мастерковских озер, люди нацелены на раздельный сбор. И позыв от этого от участников мы чувствуем. За 3 дня с момента открытия молодежного форума удалось собрать и вывести 50 килограммов пластика и около 75 кубических метров ТКО. Итоги по другим фракциям будут подведены после окончания форума. Реализация в Самарской области национального проекта «Экология» дала импульс для создания эффективной системы управления отходами. Так, к 2025 году сортировку должны быть будут проходить 100% собираемых отходов. Мэри Илчан, события. Далее коротко о других событиях дня. Дети вернулись домой, а организаторам лагеря на Царевом кургане прокуратура вынесла предостережение. Ревизоры выяснили, организаторы палаточного лагеря не получили санитарно-эпидемиологического заключения. Кроме того, в лагере были нарушения противопожарного законодательства. Также, по словам сотрудников ведомства, представители лагеря не уведомили администрацию района о размещении палаточного городка. После проверки палаточный городок закрыли, а дети разъехались по домам. По словам сотрудников МЧС, сейчас в Самарской области внепланово проверяют все лагеря. Это связано с происшествием в Хабаровском крае, где ночью 23 июля в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Халдоми» произошел пожар, в результате которого погибли 4 ребенка. Новую вокзальную в Самаре частично перекрыли. Ограничения связаны с работами по замене коммуникаций. Речь идет об участке от улицы Фадеева до Московского шоссе и на отрезке протяженностью 100 метров от Московского шоссе в направлении улицы Новосадовой. Полностью закрыта для движения будет только 1/2 дороги по нечетной стороне улицы. Ориентировочный срок завершения работ – сентябрь. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты. В самарском общественном транспорте весь август будут ездить тайные пассажиры. Они должны наблюдать за работой автобусов и вычислять безбилетников. Перевозчик запустил акцию как форму общественного контроля за пассажирскими перевозками и способ получения обратной связи для повышения качества обслуживания пассажиров. Для контроля привлекут представителей общественного совета при департаменте транспорта городского округа Самара. Незаметно для окружающих тайные пассажиры под видом обычных будут передвигаться
передвигаться в автобусах и фиксировать свои наблюдения. По итогам проверки в адрес компании-перевозчика будут направлены замечания и пожелания. Дорогу на Алексеевские озера закрыли шлагбаумом. За въезд собирают по 200 рублей. На это пожаловались в Твиттере жители Самары. По словам местных жителей, платный въезд организовал гражданин Республики Таджикистан Мухамедиев. В администрации Волжского района указали, что эти озера не входят в реестр водных объектов и находятся в частной собственности. Но чиновники все равно направили материалы для проверки в РОВД. Представители областного Минлесхоза сказали, что свободным доступом граждан к водным объектам, наоборот, должна заниматься администрация Волжского района. Министерство также направило обращение в областное управление Росприроднадзора. Застрелил трех косуль и получил срок. Браконьерство было совершено еще минувшей зимой, в феврале. Мужчина из охотничьего ружья убил трех косуль, тем самым нанеся ущерб государству почти в 500 000 рублей. Деньги правонарушитель возместил. У него также изъяли ружье и снегоход. Но от уголовного наказания это его не избавило. Суд назначил ему 3 года лишения свободы условно. Для остановки нет причин, иду скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Под музыку ветра и песни Владимира Высоцкого в Самаре прошла ежегодная регата памяти знаменитого поэта. Вместе с участниками соревнований ловил попутный ветер и наш корреспондент. Именно в Самаре в 1967 году Владимир Высоцкий дал свой первый открытый сольный концерт перед многотысячной аудиторией. Память о великом поэте живет до сих пор. Под Самарой регата памяти Высоцкого прошла уже в 19-й раз. Это один из самых крупных проектов отечественного парусного спорта. Он объединяет огромное количество людей из разных городов. Дмитрий Ганин участвует в регате памяти великого барда в 10-й раз. Он капитан яхты с ярким названием «Радуга». Приятно вместе с экипажем здесь присутствовать, вот, ощущать вот эту атмосферу. Идея организовать регату возникла у Всеволода Ханчина, который был близко знаком с актером и поэтом. Однажды он спросил у Высоцкого, что тот любит больше всего. Владимир Семенович ответил, что ветер и волны. Они неоднократно ходили под парусом. А когда поэта не стало, Всеволод с единомышленниками организовал спортивные соревнования. Дочь Всеволода создала в Самаре музей, посвященный творчеству барда. Сегодня праздник паруса, и Владимир Семенович Высоцкий живет с нами в парусе, в ветре, музыке. В память о Высоцком ловить попутный ветер решилось 25 крейсерских яхт. Они должны были пройти 2 мили, стартовали против ветра. На специальной отметке развернулись и прошли в обратном направлении, где и финишировали. Победителей определили в 7 классах в зависимости от размера судна. На результат влияли течение реки, удача, порыв ветра и особые паруса. Эти паруса придают большую скорость, то есть площадь этих парусов иногда, значит, в 2 раза буквально бывает больше площади основных парусов. На берегу участников ждали кубки и ценные призы. Завтра в акватории Жигулевского моря пройдет тольяттинская гонка крейсерских яхт в память о знаменитом поэте. Никита Борисов, Григорий Плешаков. События. В выходные в Самаре пройдет музыкальный фестиваль «Культурное сердце России». В субботу в 6 вечера на Некрасовском спуске выступит музыкальный клуб Самарского университета «Белый рояль». Через час их сменит молодой джаз-бенд «Монокль». Закроет концертную программу коллектив «Барабаны Аше». На Маяковском спуске в это время начнется вечер танцев. Под зажигательные ритмы свое мастерство покажут лучшие школы города. В воскресенье вечером программа начнется на Некрасовском спуске с концерта «Хэндпанов» – музыкальных инструментов, похожих на летающие тарелки, звучание которых напоминает звуки арфы. На смену пришельцам придет этнофолк-группа «Этруски». Ее участники исполнят русские традиционные композиции на современный лад. Закончит шоу-программу импровизационное выступление танцоров школы «Трайпа» и музыкантов из «Destroyed Blur». В это же время на Маяковском спуске снова пройдет вечер танцев. Откроет концерт школа «Бруклин». Затем на сцену выйдут артисты клуба «Таис», а закончат барабанщики из «Самбары». На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Я, Александр Ломаев, с вами на этом прощаюсь. Всем доброго, до свидания.